На первой пресс-конференции для колымских журналистов он рассказал об итогах работы в 2018 году. На исполнении у сотрудников находилось более 240 тысяч дел, а сумма взысканных долгов составила 2 миллиарда 330 миллионов рублей. При этом на одного работника пришлось более 3500 производств. Особое внимание, как и прежде, приставы-исполнители уделяют взысканию алиментов. В прошлом году нерадивым родителям пришлось отдать своим детям около 52 миллионов рублей. Успехов удалось достичь в погашении долгов по заработной плате. Недобросовестные работодатели вернули подчиненным порядка 98 миллионов рублей. Как и прежде, одной из самых острых проблем остается задолженность колымчан в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Очень сложная категория производств. Все понимаем, она связана, конечно, с особенностями именно и климатических условий, и с особенностями субъектов. Где-то люди зачастую не имеют возможности платить своевременно. Ну, будем с этим вопросом работать, потому что взыскание долгов своевременное с должников, она позволит не увеличивать финансовую нагрузку на добросовестных плательщиков.